Как я ее возьму? Все равно никто не увидит. Тут никого нет, никто за мной не следит. Не-не-не-не-не-не. Нужно. А что тут написано? Таймер?
Здесь есть таймер. Он сам меня увидит. Поставлю на кабинок. Подвинься, детишки. Да не кричите вы, сейчас будет. Я таймер поставлю, если он такой вот маленький, как вы. 4, 3, 2, 1. Пусть. Привет, Мила. Так, где куклы? Кошек писал смс-ку, да? И тебе тоже? Да. А что он тебе писал? Ну, написал, что они, типа, нашли уменьшитель какой-то и хотят попробовать его на себе. Ой, какие же они у нас проказники, а? Берут все, что не нужно, пробуют все, что нельзя. Ну, что такое? А где они? Я их не вижу. О, смотри, окей, детишки, давай у них спросим. Давай. Дети? А, дети? А вы не видели здесь наших котят? Что-то они очень сильно похожи на наших котят. Да, точно. Это же наши детишки! Вот это да! Так, ну-ка, дети, без сюда. Я, кажется, поняла. Что ты поняла, дорогая? Они очень маленькие, поэтому они все делают очень быстро. Разговаривают очень быстро, бегают очень быстро, мы их точно не поймем. Надо найти этот уменьшитель. По-любому должна быть функция увеличитель. Мне кажется, карамелька сказала, что так и есть. Давай найдем. Давай. Я же сказала, что мама догадается по-любому. Это же не вы, мужчины. Сейчас они найдут и увеличат у нас всех обратно. Давайте нашу любимую. Давайте.